Шесть тренеров дядьковских спортшкол в этом году отметят новоселье. В торжественной обстановке им вручили ключи от квартир. Молодые наставники занимаются с детьми не первый год. Их воспитанники уже показывают высокие результаты. Сейчас более пристальное внимание ко всем видам спорта и спрашивают за результат, за наполняемость групп, качество тренировок, проводят обучение, семинары. Так что, я думаю, развитие идет в положительном ключе. В нашей области работает региональная программа, по которой тренеры государственных и муниципальных учреждений физкультуры бесплатно получают жилье. Она появилась и действует по инициативе губернатора Александра Богомаза. Спорту в последние годы особое внимание, и это видно в районах области, в том числе и в Дядьково. Был построен ФОК, Ледовый дворец, восстановлен Кристалл. В течение последующих 2 лет в начале поля, потом и освещение будет сделано, и стадион приобретет абсолютно новый вид. Я с этим тоже вас всех, жителей Дядьковского района, поздравляю. Обновленный стадион будет своего рода подарком дядьковским футболистам. В этом году команда «Александр» стала чемпионом области. Долгожданная победа. Я испытывал такое ощущение, которое не испытывал никогда. Команда не становилась чемпионом области в Дядьково 62 года. Много поколений, в том числе я, как игрок, не мог достичь того результата, который достигли сейчас мои ребята. Сейчас в районе есть еще 4 футбольные команды, и у каждой свой вектор развития. В «Александре» сделали ставку на перспективных местных игроков. Дибей Анч Али, например, живет в Фокино. Трудится на заводе, вместе с женой воспитывают детей. Мы очень рады вообще, очень-очень рады. 3 года ждали это кубок, чтобы быть чемпион. И в этом году все получается. Мы чемпион в области и чемпион кубок Брянской области. Конечно, мы очень рады. Мы хотим остаться много год здесь еще. Вам здесь нравится, дорогие? Да, конечно. В праздничный вечер на сцену выходили и ветераны дядьковского футбола. Местная команда всегда была в числе лучших в области. Здесь, в спортшколах, готовят будущую смену. Так что чемпионский титул этого года дядьковские болельщики считают заслуженной долгожданной победой. Наталья Будник, Анатолий Чекрыгин, Дядьково.